Ребятушки, всем доброго дня, доброго утреца. Как вы видели, я своих девочек, принцессочек отдала на специальное мероприятие, которое идет 2 часа, и там, ну, типа, как празднику принцесс, что ли, как это назвать. В общем, все одеваются в принцесс и, в общем, танцуют, поют и кушают всякие вкусности. В общем, пока девочки там, я забрала одну форму для нового, как бы, киндергардена для Эшли. И сейчас я пойду ее отнесу, и в моих планах еще заехать в магазин, пока девочки там. У меня будет в районе 40 минут. Я возьму вас с собой, и потом мы поедем к девочкам, где они будут выступать. Как бы будет такой танец, как бы это сказать. Ну, в общем, поехали. А потом еще у нас одна гимнастика, вторая гимнастика. В общем, день у нас просто сумасшедший. Ну, все как обычно, понимаете? Все просто как и должно быть у мамы троих детей. В общем, погнали. Берлингтон, я приехала. У меня есть буквально максимум 40 минут, и я должна буду ехать за девочками. Так что поторопимся. Вот тетя тоже пошла красивая, смотрите. На шопинг. Так, я уже здесь, и мне нужен крем для глаз. Сейчас посмотрю, этот стоит $6. Так, антивозрастное, антистарение, да? Ну ничего, вот этот против морщин. L'Oreal стоит 10, и здесь 14 грамм, а вот здесь 50. Так, мне точно надо какой-то для глаз крем. Это что? Не пойму. Да, это тоже для глаз Olay. Если я не ошибаюсь, стоит 15. Так, не вижу, для глаз он или нет. В общем, наверное, возьму вот этот вот для глаз. Да. Так что я уже взяла эту маску для плавания. Все-таки мы, как бы, дай бог, все получится у нас с отдыхом в ближайшее время. Я взяла маску для снорклинга фирмы Nautica. Там были еще другие фирмы, но я все-таки думаю, это, видите, написано Snorkeling Set, что все-таки это будет лучше. Так, это что? Это у нас дезодорант. А это что? Тоже крем для глаз. Так, мне нужен крем для глаз. А что он делает? Не знаю, что он делает. У меня уже такой возраст, что мне, наверное, уже надо от морщин, ребята. Платьишки пошли. Да, нас пригласили на день рождения. Хоть оно и детское, но, в общем, платье мне какое-то надо. Это прикольное. Вот это прикольное. Посмотрите, всяких разных платьев, всякие разные фасоны и размеры. Вау, платьев очень много. Ну окей, что мы глянем? Господи, их не взять. Такой сарафан. Симпатичный сарафан, но не для меня. Нас пригласили на день рождения к мальчику 1 годик. Вот я думаю, чтобы ему купить. Хотя, конечно же, мы подарим деньги, но некрасиво приходить вообще без подарка. Поэтому я имею в виду, родителям подарим деньги в конвертике. А так надо что-то еще
купить малышу. Что я решила взять? Я решила взять вот такие бабблсы. Такие bubble machine, для которой bubbles делает, воздушные мыльные пузыри, да. И, в общем, наткнулась на чемоданы. Смотрите, вот такой большой, стоит $80. Вы можете видеть, вот этот тоже 80. Чемоданов много. В принципе, у нас чемоданы есть, еще одолжит свекровь, но нам для поездки, да, нужны чемоданы и ручная кладь. Да, вот. Ну, в общем, что вот это стоит? Джессика Симпсон стоит $40. Окей. Вот этот вот стоит $18. Как ручная кладь, да? Тоже симпатичный. Вот этот Джессика Симпсон стоит 40. Фирма стоит дороже. Друзья, я уже в машине, пришла с магазина. Купила вот такие вот подарочные пакетики, да. Здесь их два. Если не использую два, то оставлю один. Мне пригодится. Кроме этого, купила маску для снорклинга. Вот эту трубку берешь в рот. Это маска для глаз и носа. И ныряешь. Кроме этого, купила вот такую машинку для бабблсов, Bubble Maker Machine. Вот здесь делаются мыльные пузыри, вот эта жидкость, вот она, и ее заливаешь, батарейки. И, в общем, поехали делать мыльные пузыри. И еще у меня есть крем для глаз, вот такой вот я купила, против старения, ну, как бы, извините, уже за 30, пора. Даже если вам немножко за 30, да? Кто любит сердючку, ставьте лайк, потому что я ее просто обожаю. И вот такую вот пчелку, Bumblebee, тоже Bubble Machine. Вот здесь жидкость, вот здесь пчелки будут идти, эти бабблсы. В общем, за все про все потратила 37 с копейками долларов. Сейчас я поеду к своим принцессам, потому что они будут там что-то танцевать. Возьму вас с собой, покажу, как это все выглядит. После этого мы едем домой. Потом у одной принцессы гимнастика и у другой принцессы гимнастика. Я планирую взять вас с собой. Погнали! Yeah, I'm gonna share it with you.
идешь на свою первую гимнастику? Да. Охота? Да. Эшли, а ты тоже потом пойдешь на гимнастику? Только Эшли у нас уже давно ходит, а Харло пойдет первый раз, да, Харло, лапушка? Да. Интересно тебе? Да. Молодец. Там надо прыгать будет и бегать, да? Вот дядя как прыгает. Ох, ты видела? Охота? Тебе охота, Эшли? Здорово. Тебе, Эшли, ты потом тоже идешь. И ты пойдешь сейчас, Харлу. Сейчас дядя тебя позовет, ты пойдешь, да? И ты потом, но в другое место. Дети занимаются разных возрастов. Вот тут Харло. О, Харло что у нас делает? Сейчас мы приехали к Эшли на гимнастику. Ее перевели в группу на постарше, поэтому она теперь с более большими девочками. Так что, в общем, вот так они сейчас будут прыгать на трамплине. Интересненько. Сейчас мама поснимает. В общем, Харло уже дома. Харло позанималась. Ей очень понравилось. И сейчас очередь Эшли. Go, Ashley, jump up. Good job, Ashley. Turn around. Yay! Good job, girls. Go, Ashley. Ashley делает кувырок вперед. Вот она в голубеньком. Good job, Ashley. Good job. Keep going. Keep going, Ashley. Keep going, Ashley. A little bit more. Keep going. Keep going, Ashley. Yay. Друзья, ну вот я уже и дома. Это сына. Сына, скажи всем привет. Всем привет, да. В общем, вот так вот проходят будни мамы троих детей. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться на канал и кинуть комментарий вниз. Кроме этого, Харло идет, слышите, плачет. Кроме этого, не забудьте подписаться на мой телеграм, потому что там я выкладываю все в первую очередь, все новые какие-то анонсы, маленькие фрагменты с видео, все будут там в самую первую очередь. Потом, конечно же, на ютюбе, сыночка, это не надо трогать. Так что, в общем, подписываемся на канал, ставим лайки, подписываемся на телеграм. Всем пока, хорошего дня. Папа! Бай-бай. Харло, скажи бай-бай. Нет. Пока, гайз. Баба.